Начали турнир, сыграли первую игру. Какие ощущения? Казалось, что кого-то не хватает на поле, как будто бы. Ну, не хватало нашего главного капитана Константина. Мне кажется, по такой игре он бы прекрасно бы влился в нее. Ощущения самые приятные. Я вообще люблю горпастом, это прекрасные люди. Поэтому как-то так. Второй год подряд уже играете против SFL Team. Какая игра, на твой взгляд, удачнее получилась? А как первая игра? Я просто не был на ней. Ну, я надеюсь, что горпастом выиграл, поэтому эта игра была хуже. А что скажешь в целом по турниру? Есть ли знакомые еще соперники какие-то? Обсуждали, может быть, что-то в команде? Да, мне вообще-то не все игроки из моей команды-то знакомы, на самом деле. Вот, поэтому, да, много очень было знакомых соперников. Вот, всем желаю удачи. Ну и какие амбиции у команды? Были ли разговоры о том, чтобы выйти из группы, например? Это я могу ответить. Значит, задача была, если я не ошибаюсь, 8 команд занять 7 место. Но сейчас мы скорректируем их. Надеюсь, займем 8. Спасибо.